Виталий Баба, группа Фриман. Давайте встретим. Добрый вечер. Я абсолютно уверен в том, что сегодня было сказано очень много слов о мужестве, о гордости, о желании жить. Я присоединяюсь к этим словам, которые были сказаны нашими друзьями. Мы с огромным удовольствием принимаем участие в этом концерте. Мы хотим своей музыкой, своей силой поддержать этого хорошего, доброго, красивого человека в его страшной борьбе с этой страшной болезнью, с этой несправедливостью. Я считаю, что хорошие, красивые люди должны жить и должны быть украшением этой земли. Ну что ж, группа Фриман на сцене. И мы готовы. Первая песня, которую мы сыграем, она называется «Восточная». «Shine like a star». Раз, раз. К сожалению, я не вижу здесь полного зала, как это должно быть. Пускай тем вот такие, которые подумали, лучше я забухаю сегодня на эти 50 гривен. Пускай их задница горит в аду. А сегодня мы поем в поддержку
этого красивого человека, этой прекрасной девочки. Следующая песня, которую мы сыграем, она называется «Suffocation». Жарко. Привет, пацаны, тоже. Леночка Володина. Следующая песня, которую мы сыграем. Кеша, подожди, я хочу поинтересоваться. Да-да. Все хорошо? Вам нравится? Не стесняйтесь это демонстрировать. Я надеюсь, Лена Володина еще не боится, что, вернее, не жалеет, что она с нами связалась. Это группа Freeman. Они выражают свои эмоции щедро, щедро. Так же, как издают кровь на самом деле, да? Друзья, следующая песня, которую мы сыграем, это песня о нашем общем друге.
который был настолько корявый и лосиный, что его танец это было большое мучение, как ему самому танцевать, так и на него смотреть. Но ему давали за это. Лучшая песня называется «Fucking Dances». Очень хорошо. Это тихое место. Happy.
Где-то здесь была моя водичка. Это группа Freeman. Свободные люди. Кеша, надо чаще кровь сдавать. Хорошо так, хорошо, прет. И в заключение нашего выступления мы сыграем еще одну песню. Она, наверное, выражает квинтэссенцию нашего мировоззрения. Она выражает наш жизненный путь и нашу точку зрения на этот гребаный мир. Мы считаем, что добро должно быть с кулаками, давать мзды любой твари, которая посягает на это добро. Следующая песня, которую мы сыграем, она называется «My Virtue Got Its Fists». We'll be right back.
Спасибо, Фриман. Кеша, спасибо, что не сломал стойку. Нам еще ее в Индиго отдавать. Спасибо. Ирина Георгиевна, если вам нужно вдруг будет какие-нибудь злые силы в чем-нибудь убедить, не надо никаких митингов, ничего, позовите Фриман. Кешу. Он, кстати, юрист, он, да, он такой убедительный молодой человек, да. Вот честно, меня убедил, я уже готова на все. Я спрыгну в зал, и вот, да. А вас убедили они? Нет, правда, это без вся. Я очень давно не видела группу Фриман на сцене, сейчас посмотрела свежими глазами. Ух, такой, убедительно, правда. Правда? Правда, правда, вот, правда, 100% Фриман. Фриман! Фриман!